Пропавший накануне Нового года житель Южного найден мертвым. Как сообщает пресс-служба милиции, его тело со следами насильственной смерти было обнаружено возле моста на автодороге Одесса-Николаев в 500 метрах от села Сычавка Коминтерновского района. Эксперты установили, что причиной смерти было удушение. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний знакомый погибшего. По версии следствия, мужчины поссорились, и задержанный сначала избил товарища, а потом задушил его галстуком. Тело он спрятал возле моста. Я его плюхнул в лицо. Он на стуле как сидел и упал об этот самый, об стенку головой. Что ли, левой частью. Как-то так, наверное. Ну, я еще пару плюх ему дал. Вот, так он остался вот там лежать. А после этого, конечно, я подумал, он как бы человек такой скользкий. Зачем это? Проблемы милиции. Да, я подумал, надо сокрыть просто преступление.